еще что в Анде будет? Сейчас следующий выходной турнир по полу будет. Как это? Церковь Академии, хорошо, что у меня тоже. Следующие выходные меня в это пригласили, в Иркутск. А, тачки, да? Тачки, ну, я бы так вот пришел, бы поснимал. А вообще у нас сегодня... На ковре А в красном трико борется Дагаев Андрей, представляет команду Республики Бурятия, потому что имеет округ же вот как раз будет сейчас уже. Его соперник в синем трико Сергей Пучков. Республика Бурятия, кандидат в мастера спорта. На тачке же мы тоже пригласили, что ли? Ну, ты что, был? Кто? Кто? Руслана Куланича. Обслуживает судейская бригада в составе руководитель ковра, это бизнесмен, да? Судья международной категории Курыв Цокт, да? Монголия, арбитр на ковре Саман Сосорбаран, да. Республика Бурятия, боковой судья Бадмаев Мунко, Республика Бурятия. И такой турнир. Да, это да, свой. Техническую победу одержал Сергей Пучков и завоевывает бронзовую награду всероссийского турнира в памяти Олега Александровича Алексеева.
эти ковры федерация отправила, да? Не знаю даже. По-моему, сейчас такие вот везде, только покрышка. Один нашел, где нет. Он же юноша же. Школьный. Он же первый период. Синий, да? Ну. Слушай, я второй период. Чтобы вот здесь в ОБС, например, как камеру вывести, ну, чтобы на себя, ну, вот, например, захват окна, я вот это узнаю, захват окна, транслировать, и чтобы тут еще себя у нас показывать, там, куда нажимать, надо тоже захват или браузер? Нет, почему, здесь еще одну, источник еще это... один источник делаешь. А, два захвата, да? Да, здесь хоть пять делай, хоть пять захватов, ну, ты пять не сможешь, конечно, но... Вот это, например, да, я могу вместо вот этого поставить, это увеличивать, уменьшить. Я тут просто трансляцию пробовал тоже, но у меня вебки нету. Ну, отсюда можно сделать и его уменьшить. Ну, просто... я вот так тут тоже думаю, как так, попробовать один раз. У нас хорошо слышно, да, о чем говорит? Нагнал, еще перегнал. И все, здесь 15 секунд. Сейчас попрет Бурянов. Ох! Ой! Перекинь нахер больше. Два балла. Был уже. На ковре победу держал Максим Бурянов, Республика Бурятия. На ковер приглашаются участники главного финала весовой категории до 57 кг.